Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня мы с вами будем проводить онлайн-ритуал. И у нас сегодня с вами будет ритуал на финансовый прорыв. Мне очень многие просили именно сделать онлайн-отливочку на финансовый прорыв. И вот как раз я сегодня для вас составила. У меня как раз сегодня, видите, все зеленое как раз под денежную энергию и присутствует золото. То есть это как раз будет только усиливать энергетические потоки на ту программу, которую мы с вами будем проводить. Также такую программу вы можете заказать для себя индивидуально. Все программы составляются индивидуально под каждую ситуацию для каждого человека. А кто меня уже заказывал, очень многие уже поменяли свою жизнь, свою ситуацию, и чему я очень рада. Ссылочка в описании под этим видео для записи на такую программу. Сегодня мы с вами будем проводить практику на финансовый прорыв. Неважно, какая у вас сейчас ситуация, постарайтесь думать только о хорошем, именно о том, как после просмотра будет меняться ваша ситуация, как будет именно улучшаться денежная сфера. Вам достаточно просто думать именно о материальном, о финансах, о хорошем. Не нужно думать, пересчитывать, сколько у меня долгов, сколько мне платить и так далее. Просто думаем о том, как у вас улучшается денежная сфера. Итак, сейчас я буду проводить практику, где я буду говорить имя. Вам нужно просто проговаривать свое имя. Я надеюсь, что вы настроены, мы можем приступать. Сейчас у меня разгорится. Думаем только о хорошем, это очень важно. Итак, настраиваемся, а мы приступаем. Сила изобилия, услышь мой имя. Зов, сквозь просторы времен направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня имя. Открываются. Пусть финансовый поток в моих имя. Руках усиляется. Сила денежной энергии я имя. Призываю свое имя. Жизнь, изобилие и богатство впускаю. Все пути и возможности для меня имя. Открываются. Денежный поток ко мне имя. Идет процветание мое имя. Растет. Проговариваем имя. Думаем только о финансах. Это очень важно. Именно о том, как в вашей жизни с этой минуты меняется благосостояние. Меняются ваши финансовые потоки. Денежная энергия. А мы с вами продолжаем. Сила изобилия. Услышь мой имя. Зов. Сквозь просторы времен направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня имя. Открываются. Пусть финансовый поток в моих имя. В руках усиляется. Силу денежной энергии я имя. Призываю свое имя. Жизнь, изобилие, богатство впускаю. Все пути и возможности для меня имя. Открываются. Денежный поток ко мне имя. Идет процветание мое имя. Растет. Проговариваем имя. У кого-то уже даже очень прям укрепилось такое вот, ну, я бы сказала, немного тяжелое положение финансовое. У кого-то прям очень такой достаточно сложный был период. И, возможно, даже тянется. Вот он прям просматривается. А мы с вами продолжаем. Сила изобилия, услышь мой имя. Зов, сквозь просторы времен направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня имя. Открываются. Пусть финансовый поток в моих имя. В руках усиляется. Сила денежной энергии я имя. Призываю свое имя. Жизнь, изобилие, богатство впускаю. Все пути и возможности для меня имя. Открываются. Денежный поток ко мне имя. Идет процветание мое имя. Растет. Проговариваем имя. Думаем только о хорошем. Это очень важно.
Сейчас начинает выравниваться ситуация потихоньку, вот она прям идет очень хорошо. А мы продолжаем. Сила изобилия, услышь мой имя. Зов, сквозь просторы времен, направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня, имя, открываются. Пусть финансовый поток в моих, имя, руках усиляется. Силу денежной энергии, я, имя, призываю свое имя. Жизнь изобилием богатства впускаю. Все пути и возможности для меня, имя, открываются. Денежный поток ко мне, имя, идет. Процветание мое, имя, растет. Проговариваем имя. Вы можете проговорить суммы, которые вы хотите в своей жизни. Вы можете проговорить просто, как вы хотите улучшить свою денежную сферу. Какой прорыв вы ждете в финансах. Можете просто об этом думать, проговорить. Хорошо идет практика. То есть вот оно, очищение у нас с вами прошло. Вот оно осталось позади. Сейчас идет именно уже ситуация улучшения. Возможно, какие-то сплетни о вас, какие-то разговоры, вот они присутствуют, просматриваются прям. Но направление уже хорошее сейчас. Мы с вами продолжаем. Сила изобилия, услышь мой имя. Зов, сквозь просторы времен, направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня, имя, открываются. Пусть финансовый поток в моих, имя, руках усиляется. Сила денежной энергии, я, имя, призываю свое имя. Жизнь, изобилие, богатство впускаю. Все пути и возможности для меня, имя, открываются. Денежный поток ко мне, имя, идет. Процветание мое, имя, растет. Проговариваем имя. Неплохо идет. Вот она сейчас достаточно хороша. Очень важно думать только о своем благополучии. А мы продолжаем. Сила изобилия, услышь мой имя. Зов, сквозь просторы времен, направь свой взор. Пусть двери благосостояния для меня, имя, открываются. Пусть финансовый поток в моих, имя, руках усиляется. Сила денежной энергии, я, имя, призываю свое имя. Жизнь, изобилие, богатство впускаю. Все пути и возможности для меня, имя, открываются. Денежный поток ко мне, имя, идет. Процветание мое, имя, растет. Проговариваем имя. Очень хорошо. Думаем только о хорошем. Сейчас я еще укреплю. Поставим еще защиту сейчас на данную практику. Очень хорошо идет. Прям укрепление хорошо идет. Можно проговорить суммы, которые вы хотите. Можно просто думать о своем благополучии. Да пусть свершится данная программа. Очень хорошо. Данное видео вы можете включать и смотреть почаще. То есть, если у вас, предположим, сложная ситуация, да, вот тяжелая, что никак не ладится там с работой, с финансами, вы никак не можете решить эти вопросы, то можно почаще включать и смотреть данные видео, и тем самым вы будете только усиливать денежную энергию, благодаря чему, соответственно, будет меняться ваша ситуация. Также вы можете заказать индивидуально для себя такую практику, либо для своих близких. Если у них есть какие-то проблемы, вы можете спокойно заказать. Для энергообмена в комментариях обязательно пишем «Открываю денежные потоки». И на этом я с вами прощаюсь. Пусть данная практика вам будет во благо.